какая это улица? Это улица Наполеона Орды. А вот почему так называется? Ну, я думаю, что был такой писатель. Это Орды. Художник белорусский Наполеон Орды. Наполеон Орды. Не знаю. Наполеона Орды, по-моему. Вообще, наверное, писатель. Наполеон Орды. В честь художника. Наполеона Орды. Художник белорусский. Наполеон Орды. Путешественник. Вот. Делал зарисовки, эскизы. Больше часть как путешественник, естественно, испытатель, естественно. А на суетной культуре есть вот с рисунка Наполеона Орды. Если простой человек был, скажем так, в честь него улицу, скажем так, не назвали. Улица называется в честь выдающихся деятелей. Значит, он был выдающийся деятель. Наполеон Орды достиг, без понятия. Наполеон Орды. А этого я не знаю. А, по-моему, это великий художник, картину, по-моему, писал. Наполеон Орды. Был когда-то русский поэт Наполеон Орды. Наполеон Орды. Был такой деятель. Ну, по-моему, в культурной сфере. Наполеона Орды. И писатель, и кто-то был, и поэт, не помню. Наполеон Орды. Он был вначале воеводой, потом политиком стал большим. И ушел с политики, потому что заставила Россия уйти.